Привет, мой сладкий, привет, мой кошечки и редки. Сегодня с вами снова я, Тигранат. И сегодня вот такую вот бандерольку получила. Здесь так красиво написано. Привет, Надя, это маленькая посылочка для тебя. Я догадываюсь, от кого это. Точнее, я даже знаю, от кого это. У девочки в инстаграме ник Екатерина Летто. Кажется так, я напишу где-нибудь здесь, чтобы вы могли увидеть и посмотреть. Она делает просто потрясающие хендмейд работы. Она шьет мишек, и они как живые, действительно, они просто потрясающие. Она очень творческая, очень давно мы знакомы, подписаны друг на друга, и просто, не знаю, я восхищаюсь ею. Знаете, даже как-то жалко все это вскрывать, тянуть за эти ниточки, веревочки. Так, обязательно сохраню себе этот тэшек, эту бирочку, вот, потому что она очень классная, здесь такой штамп с бабочкой красивый, на память просто приятно. Так, давайте-ка посмотрим. Хорошо, что ты запаковала так легко, и я могу сама открыть. Ух ты, без помощи, вот это да! Какая красота, какая здесь коробочка, что это блокнот? Вот это да, шейкер. Посмотрите, здесь шейкер. Со звездочками, сердечками. Вот такое вот послание для тебя. Так, я вскрыла сбоку, потому что мне жалко было здесь отрывать, оно приклеено. Вот, я решила просто срезать край. Ты потрясающая бумага. Подходит прям под надпись. Очень такая красивая. И здесь у нас письмо. Я, наверное, зачитаю, потому что это очень мило, это очень приятно. Посмотрите, какая здесь баночка с вареньем. Привет, Надя, поздравляю тебя с первым эфиром. Это как раз таки, когда я проводила первый эфир в Инстаграм. Было неожиданно приятно увидеть тебя почти вживую. Как радостно, что я наконец собралась написать письмо. Ура! Мне нечего послать, и я сделала тебе блокнот 100% ручной работы. Думаю, он тебе понравится в голубых тонах и со звездами. Сердечко. Собирай в него только лучшие мысли. По скриптум. Он получился слишком крафтовым, но ты это исправишь. Обнимаю, всегда на связи, Екатерина Летто. Большое спасибо, господи, ты так мило. Вот что никогда-никогда не будет лишним подарком, это... Новый дневник, новый блокнот, не знаю, как еще назвать, смешбук. Посмотрите на этот шейкер. Да. Вот. Он такой классный, эта баночка такая приятная. Будто бы это баночка настроения или эмоций, в которую собирается все самое такое приятное, лучшее. И она так прикольно и приятно гремит. Вот. И это очень-очень ценно. Небо, вода, мы с тобой навсегда, мы с тобой навсегда. Господи, посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая здесь закладка. Очень потрясная, с такой маленькой птичкой. Вот, посмотрите, красота, это же... Просто целое волшебство. Так вот, да. Белые листы. Очень плотные. На них классно будет рисовать. И они со вставками. Рискуй всегда, рискуй везде. Особенно в творчестве. Смотрите, какие вставки приятные. Из этого можно будет конвертик такой сделать. Смотрите, как красиво, боже мой. Здесь можно фотографию вставить. Здесь тоже такая маленькая закладочка. Здесь у нас тоже так вот закладочка в горошек. Здесь тоже два фотографии. Это как фотоальбом, сюда можно будет вставлять какие-нибудь свои фотографии, писать к ним какие-нибудь истории, воспоминания. Ух ты! Здесь целый набор для творчества.
смотрите, у нас здесь есть вот это да. Здесь у нас буковки, набор буквок, чтобы составлять надписи. Здесь у нас тежики. Вот такой вот с птичкой. Как я понимаю, это акрил или что-то еще. Их можно в письмах также использовать. Вот такой вот тежик мечты. Очень классная бумага, я такую не видела. Господи, посмотрите, какая красота. Посмотрите, как переливается эта бабочка. У меня даже фокус пропал. Вот. Смотрите, красота. Всеми цветами сирени. Вот еще с птичкой. Вот такой вот с клеточкой. С баночкой варенья. С птичкой. С таким цветочком и бабочкой. Это у нас, даже не знаю, как называется. Вот такая вот карточка, рамочка, как открытка. Сюда можно вытащить вот эту карточку, да, и вставить сюда свою фотографию, или же просто оставить как такую вот открытку, либо сюда сверху приклеить фотографию. Это у нас такая дырокольность есть. Такая вот в этом конвертике. Вот, их там целое море самых разных. Такие. Потом с надписями есть. Моменты. Любовь. Ух ты. Смотрите, как много, я же говорю. Вот. Очень-очень-очень много разных самых уголки для фото. Так что вот такая вот приятность сегодня. Просто не могу нарадоваться. И я не могу передать эмоции. Это потрясающий подарок. И зная, как ценно все вот это канцелярское, блокнотное для творческого человека, тот поймет, насколько переполняет эмоции, и как ты не можешь их просто выразить понятно для окружающих. Внутри просто вулкан. И я не знаю, я очень счастлива, я очень рада, все эти звездочки, все это моя тема, все знают, что у меня ник Space is my home, космос мой дом, вот, и вот эта вся тема звездная, космическая для меня просто очень-очень личная, очень важная, очень любимая, вот, и видя то, как вы замечаете все эти мелочи, запоминаете их и акцентируете на них внимание. Для меня тоже очень много значит. Я одна. Огромное спасибо тебе, Катюша, за такой бесценный подарок. Буду обязательно пользоваться. Как начну им пользоваться, то обязательно буду выкладывать фотографии в Инстаграм. Вот. И буду тебя радовать тоже своими успехами в заполнении этого блокнотика. Вот. А если кто хочет, чтобы я сделала видео с этим блокнотом и первым разворотом, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии внизу. Вот. И обязательно заходите в Инстаграм Кати. Я оставлю ссылку внизу. Я думаю, что вы можете делать у нее заказы. Она делает потрясающие работы. Вот. Так что, Катюш, извини, что я тебя пиарю, если это так можно назвать. Но думаю, что ты это заслужила, потому что делаешь потрясающие работы, и это стоит внимания. Всех люблю, целую, обнимаю, до новых встреч, пока-пока.